друзья, с вами как всегда Робзи. Сегодня поиграем в Ice Cream Tycoon в Роблоксе. Занимаем территорию, начинаем строить то ли магазин, то ли завод по производству мороженого. И первый дроппер у нас именно кликер, производит у нас лед. И да, ребята, кстати, если вы вдруг еще не подписались на канал, опускайтесь под видосик, нажимайте на эту красную кнопку подписаться, делайте ее серенькой, нажимайте на лайки, колокольчик, ребята, не забудьте. Давайте за 5 секунд. Раз, два, 3, 4, 5. Успел? Спасибо тебе большое, мы продолжаем развиваться. Итак, пока мы с вами тут болтали, пока считали, вы подписывались, я нафармил немного деньжат. У меня есть уже 135 долларов. Я ставлю себе дроппер за полтишку. И он производит у нас, если не ошибаюсь, круглый лед. Нет, тоже квадратный лед. Ну ладно. Продолжаем дропать дальше. Кстати, есть деньги у нас здесь. Да, можно купить себе кэшик. Допустим, для начала 100 тысяч, неплохо, 125 робокса можно будет и потратить. Здесь есть даже питомцы. Здесь есть питомцы, 500 алмазов, 1000. А где алмазы-то брать, ребята? А можно сказать, пожалуйста? Погодите-ка, алмазы. Алмазы у нас покупаются за донатик, я понял. Питомец самый дорогой у нас стоит 15 тысяч, есть за 10, за 5. А алмазы у нас стоят, допустим, те же 20 тысяч алмазов стоят. Нифига себе, нифига. А 15 тысяч алмазов? А что так дорого, погоди. 15 тысяч алмазов стоит 200 робоксов, а 25 тысяч алмазов стоит сколько? 225, а 20? 225? Я нифига не понял, ладно. Развиваемся. Есть 163 доллара, мы немного себя ускорим, купим себе полтишечку за 95 робоксов. Ну, чтобы все быстрее происходило. Кстати, я здесь заметил недалеко, была какая-то машина с мороженым. Так, ставим дроппер за 300, за 700, за 1700. Так, дроппер мы поставили. У нас производится понемножку деньги, мы их тоже собираем. Тут у нас все за донат, супер дроппер Куки ин крем кар, окей, я понял. Дальше у нас покупаются стены за соточку. Апгрейдживаются стены, быстрее. Дверь, опа, ха-ха, я успел поставить дверь. Не зашла, бай айс крем чего? Воу, это у нас витрина с продажей мороженого. Кому мороженое, ребята, есть у нас, смотри, у нас есть какое-то фисташковое, лимонное, это у нас ежевичное, синенькое, это у нас какой-то... А, это я знаю, это у нас баблгам, это у нас зелененькое, тоже какая-то фисташка, или авокадо, шоколадное, обычный лед. Это у нас манго, это у нас малина, или что такое, или ежевика, а это у нас обычный пломбир. Все, ребят, я разобрался, какое мороженое у нас есть. Buy ice cream. Еще один... А, это у нас получается чего? Каменное мороженое. Тоже разное мороженое. Окей, 1200 долларов уже заработали. Бай второй... О, второй этаж мне нужен. 2500. Освещение мне, в принципе, нужно. Не нужно. Стены. Достроили себе стены. Хорошо. Так, у нас работает наш завод по производству. А здесь что такое? Buy lights. Buy and cream truck. Чего? А, это фургончик. Фургончик. А у нас денег... У нас 39 тысяч осталось, да? Buy driveway. Buy garage. Закроем, а можно открыть? Ага, вот так открыть, а вот так закрыть, я понял. То есть, да, вот так не пройти, все, красиво. Так, у нас осталось 19 тысяч. А как мне попасть на второй этаж? Можно спросить, пожалуйста? Ладно, давайте возьмем себе освещение. Мне кажется, что... А вот, пока освещение не взял, лестница не появилась. Я понял. Так, денежки у нас копятся, 900 долларов забрали. Бай декорации 2500, вау. Это пломбир, шоколадное и клубничное у нас мороженка. Хорошо, окно, а окна у нас нет, да, можно... Можно было через окно зайти. Buy tables, это столы, то есть для посетителей. Окей, ребята, здесь у нас получается магазинчик. Ну-ка, давайте сходим, посмотрим, что у нас здесь было за машины. Robux shop, погоди-ка, давай посмотрим. Супер дроппер, я думал, это какой-то робот, супер апгрейдер. Cookie in cream car, это что у нас? Это гоночная машина с мороженого. Бесконечные деньги, стартовые деньги. О, стартер мани, это интересно, 225, а, это я видел, и випочка, ладно. Ничего здесь покупать не будем, сходим в центр, а, здесь можно еще и бегать, я понял, спасибо тебе. Vehicle спавнер, и что появится? Вау, смотри, вот это норм, а ну, она еще и ездит, ребята, кому мороженое, Робзи продает мороженое. А там у нас город есть, то есть мы можем сесть на, а можно на шифте разогнаться, скорость... 20 км в час, ну да, конечно, не фонтан, медленно можно ехать. У меня, видите, такая красивая машиночка, здесь кто-то бросил машину, то есть можно поехать попродавать мороженое. Разворачивайся, колымага, давай, разворачивайся, развернусь я? Нет, я уперся задом, так, разворот, вот это я водитель мороженого, он вообще неуправляемая эта тема.
Так, мы заработали там много денег, кстати, пока катались. Buy Brushers за 3500. Все, что это такое? Мы сделали с вами красивенько. Так, что у нас здесь? 2200 заработали. Маловато. Так, здесь у нас красиво все. Погнали на второй этаж. Что у нас на втором этаже? Buy Carpet. Buy стены. Конвейер за 5000. Ребят, нужно дальше донатить. Нужно снова донатить. Поехали. 125. Сколько я купил? 100 тысяч. Спасибо. 100 тысяч я прикупил. Дальше поехали. Ну, чтобы его не ждали, понимаете? Я не хочу сейчас 20 минут ждать, пока наберется. Так, дроппер взяли, дроппер взяли, дроппер взяли, дроппер за 12, дроппер за 15 и дроппер за 20. Все, все это падает у нас вон в котел. А, то есть это у нас котел, где варится мороженое, то есть мы туда фармим эти кубики. Я понял, фармим себе стены. Так, buy овны door, buy стены, buy sword. А зачем мне меч? От кого буду отбиваться? Есть у нас 10 тысяч. Купили дверь. Теперь и здесь нельзя зайти. Супер апгрейдер. 125 робоксов. И что он ставится? Ребят, я капец сколько денег уже потратил на этот плейс. Я уже потратил на 200, 300, 400 робоксов. Кстати, он почему-то не покупается. Зависло. Не хочет, чтобы я донатил. Игра просто не хочет. А, нет, я поставил. Подожди, я поставил сверху его? А где апгрейдер-то? А, во! Нифига себе. А здесь, то есть... А, вот, нормально. То есть, получается, я поставил апгрейдер и снизу, и сверху. Красиво, красиво, красиво. Красиво пляшем. 4000 забираем. На втором этаже можно поставить себе окна, либо купить какой-то лазерный меч. Во, у нас есть лазер. Пойдем разбираться. Кто у нас тут нападал? Кто на меня нападал? Где мой лазерный меч? А что я бить им не могу, кстати? Привет, чувак. Привет, чувак. Я могу убить? Я могу убить? А у него вот такой... Ребят, это мяч... Меч фейковый, он не бьет, смотрите. То есть я даже не могу, я вот мышкой нажимаю, а сейчас нажимаю, ничего не происходит. То есть я подошел и меч не работает. Это меч из мороженого, скорее всего, не лазерный меч. Нас обманули, ребят, расходимся, серьезно. Так, деньги есть, 4000. Пипец, как они долго копятся. Они прям хотят, чтобы донать еще. Купи еще мороженого, больше денег потратить на этот плейс. Серьезно, вы так хотите? 5000 есть. Так, я пойду куплю себе за 5000, что у нас здесь находится. Столики. Столики, значит, снаружи. Красиво. То есть у нас есть летняя веранда, есть у нас кафе прямо в магазине. То есть мы продаем. Здесь мы производим мороженое и сразу продаем. Кстати, это довольно-таки выгодная бизнес-идея. То есть продавать мороженое на старте его. Buy an ice cream truck. А зачем ice cream truck за 35 тысяч покупать? Он мне нужен? То есть я, по идее, должен развозить еще и мороженое или что? То есть я должен зарабатывать? Подожди, серьезно? То есть, подожди, сейчас я куплю себе 100 тысяч. Подожди, а сколько стоит 350 тысяч? Может, 350 тысяч? Вот, 350 тысяч я себе купил. Пипец, я еще больше робокса потратил. Хватит, остановите меня, пожалуйста. Я купил себе машину. Подожди, я открою двери. Я сел. Тра-та-та, погоди. Я могу здесь что-то выбирать? Поехали. Вау-вау-вау. А что я могу делать? Может быть, я могу заработать денег на этом треке или как? То есть у меня теперь большой фугон с мороженым. Вот, то есть можно подойти, выбрать, например, мороженое. Я хочу, допустим, сегодня ванильное. Нет, нельзя. Я ж продавец, я не могу есть себе мороженое. Так, скорость у этой машины 40 с чем-то километров в час, правильно? Да, 44 максимальное. 44-45. Я хочу доставить мороженое. Кому? Кто хочет мороженое? Мороженое! Везу мороженое! Знаете, ходит по улице колокольчик. Молоко! Свежее молоко! Там, знаете, орут бывает под подъездами. Ребят, напишите в комментариях, кому кричать под подъездом. Молоко, свежее мясо, курицы, курочки, там домашние яички привезли прямо из-под курочки. Только что, в общем, да. Также я и мороженое, никто не хочет покупать мое мороженое. Я потратил денег, 35 тысяч долларов потратил на эту дурацкую машину. Теперь у меня никто не хочет покупать мороженое. Почему? Почему так вот несправедливо? Куки и крем. Нет, не буду я за донат покупать ваши машины. Сейчас я прям так бог с этой машиной. Пускай здесь валяется. Надо закрыть, кстати. Закроем, чтобы там никто не заходил сюда внутрь. Так, все. Погнали. Погнали второй этаж. Так, покупаем себе окно за 15 тысяч. Покупаем себе потолок. Покупаем себе освещение. Капец, сколько тут оно бабосов стоит-то. Сигн. Я купил... Воу, айскрим. Бай гигантское мороженое за 20 тысяч. Вот это мороженое. Вот это я понимаю мороженое. Такое бы я съел. Стоп. Мы с вами построили все? Или нет? Или да? Или построили? Сейчас, погоди. Дарт. Во, пушка есть. Подожди. Сигвей у нас с вами есть. У нас есть пушка, дартган и сигвей.
Стоп, получается, я построю полностью Тайкон? А шо, почему? А почему? Подожди, сейчас проверим дартган. Воу! Нифига себе! Подожди, а чем он фигачит? А он вообще попадает вообще? Стой, подожди. Не работает. Подожди, не двигайся. Я могу... На, поехали. Опа-попа. Поехали. Воу, нормально. Нормально катаемся. Слушайте, а что можно купить? То есть я получаю... Блин, а зачем я столько денег потратил? Надо было... Блин! То есть я потратил столько робоксов. Зачем? Так, он пропал? Да, он пропал. А могу ли я хоть посидеть в своем ресторане? Можно мне мороженое хоть заказать-то? Я потратил сколько денег. Зачем мне теперь эти деньги? Здесь, короче, можно было изначально купить себе 325 робоксов. Вернее, купить себе денег на 325 робоксов. И, в принципе, все. Я закончил, ребят. Я прошел игру полностью. Мы купили с вами все сегвеи, поставили все дропперы. Какого-то фига я купил себе супер апгрейдер за 100, сколько там робоксов фигом. Магазинчик, все. Я, кстати, питомца себе не купил, да? Я купил себе... Я не купил... А, погоди. А что это за... Что это такое? Погоди. У меня... Подожди, если вот сюда нажимать... Если сюда нажимать постоянно... Подожди, это... То есть вот сюда клацаешь, и тебе дается бесплатные алмазики. Я думаю, где брать алмазики? Допустим, за 500 алмазиков. То есть мне нужно сюда нажать, чтобы получить 500 алмазиков. Где-то каждые 2 секунды или каждую секунду дается плюс 5 алмазов. То есть все время, что я играл, нужно было сюда постоянно клацать и получать алмазы. Окей! Я не знаю, а можно было где-то написать это хотя бы? Давайте хотя бы купим себе питомца начального. Нужно собрать 500 алмазов. Я думаю, что я бесплатно их соберу. Давайте сходим кого-то в гости. Посмотрим, насколько они там быстро развиваются. Ну, смотрите, здесь у чувака уже второй этаж построен. Вернее, только начал строить. А могу ли я попасть к нему в дом, не проходя через лазерные решетки? Могу. Знаете где? Через окно, смотри. Оп. Ха-ха, дай заморожен. Могу у него деньги украсть? 1200. А, я украл у него деньги. Я украл у него деньги. Смотри, у него 7 долларов. Вот так вот. Блин, не могу уже украсть деньги. Я могу я выйти отсюда? Да, могу. То есть я могу выйти как сюда... Так, и вот здесь. Смотри, а кнопки у меня здесь нет. У него есть кнопка? У меня нет кнопки. А, у него нет двери вообще. Могу ему что-то помочь купить? Не могу, ребят. Блин, я забыл алмазы клацать. Мне нужно было алмазы клацать. Так, мне нужно 500 алмазиков. Я хочу посмотреть, что здесь дает питомец вообще. Нужен он здесь? Не нужен. Возможно, нужно было изначально просто клацать на алмазы. Заработать 500 себе алмазов, купить себе питомца. Возможно, там бустит заработок денег. Возможно, не пришлось бы тратить робоксы совершенно. Так, у меня уже есть 330, осталось каких-то 170 алмазиков. Мы пока покупаем здесь на мороженое. Приходите покупать мороженое. Если бы здесь сделали интерактив, типа тебе можно брать свой фургончик, ехать... Угнали фургон! У меня угнали фургон. Ребят, у меня угнали фургон с мороженым. Реально угнали? Да, серьезно, чувак взял, просто угнал фургон. Я могу здесь открыть? Ой, я могу с этой стороны открыть. Открыл и закрыл. О, слушай, а как ты зашел? Мой фургон. Все, иди в баню отсюда. Так, я фармлю 410 алмазов, ребят. Ко мне зашли. Мой магазин сейчас обворует. 430 алмазов я нафармил. Хочу питомца. Буквально 50 штучек осталось на фарме. То есть 5 секунд, где-то 10 секунд. И у нас с вами будет питомец за 500 алмазиков. Капец, а прикинь, сколько фармить 15 тысяч алмазов. Там есть 15, питомец за 15 тысяч, да? Есть. Мы покупаем себе вот этого кролика. И я купил себе его. А как купить-то его себе? Может, не покупается. Ясно, понятно. А, во, у меня кроль есть. У меня кроль есть. Ребят, на этом заканчивается серия. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения всем. Покедова.